Обещанные в этом году водопроводные сети в поселок Степное Глубоковского района Восточного Казахстана так и не провели. Люди возмущены. Чиновники говорят, помешали судебные тяжбы между участниками конкурса, и денег, по их словам, было выделено мало. Когда появится долгожданный объект, узнавала наш корреспондент. У нас нет воды. Питьевую воду мы возим со Шмелевки, но и там бывают перебои с водой. Не всегда удается. И вот живем обещаниями властей. Кабир Матчинов с семьей живет в поселке более 10 лет. Говорит, проблемы с питьевой водой были всегда. Возят из соседнего села. Пришлось взять кредит 500 тысяч, пробурить скважину. Но для питья она негодная. Жители поселка сетуют. Власти им обещали провести водопроводные сети в этом году. Но слово не сдержали. Чиновники говорят, проект есть. Деньги выделены, но мало. По селу Степному Глубоковского района проект разработан. Общей стоимостью 783 миллиона тенге. В текущем году была подана бюджетная заявка на уточнение республиканского бюджета 2023 года. Было выделено по итогам 136 миллионов тенге всего. Кроме того, планируется дополнительно подать бюджетную заявку. Объект планируют завершить в следующем году. И то зависит от финансирования, говорят чиновники. Компания-подрядчик готова приступить к работе. Протяженность поселковых сетей 12 километров. Будут установлены две скважины, две насосные первого подъема, два резервуара чистой воды, насосная станция второго подъема. В ней будут установлены два насосные станции. Устанавливаться будет электричество, трансформаторная подстанция, резервный дизельный генератор. Огражден полностью вся площадка, будет освещена. Всего в области, по официальным данным, нет централизованного водоснабжения в 34 селах из 356. В нынешнем году планируется реализовать 12 проектов. Обеспечить чистой питьевой водой все села обещают до 2025 года. На это предусмотрено 10,5 миллиардов тенге. Жанна Расылханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.